я хочу сказать, что именно с Евгенией понимаю, что изучение английского языка – это интересно, это весело, и это не так сложно, как может показаться. Уроки проходят в очень интересной форме, с песнями, с просмотром фрагментов фильмов, с играми. И самое главное, что я хочу отметить, что именно с Евгенией в процессе обучения уходит страх говорения. Хочу отметить, что Евгения является профессионалом своего дела. Она обладает обширными и глубокими знаниями английского языка, и, что немаловажно, на мой взгляд, она с легкостью доносит эти знания до своих учеников. Евгения уделяет большое время практике, это могут быть прослушивание музыки, просмотр эпизодов фильмов, различные интерактивные игры и так далее. Женя максимально вложила в меня силы, вот, и с абсолютного нуля я прокачалась до такого уровня, что, ну вот, спустя несколько лет моя цель была достигнута, я устроилась в иностранную компанию, и задачей было общение с носителями языка, и я эту задачу выполняла. Занятия с ней проходили весело, интересно. Она очень чуткий и веселый преподаватель, с которым ты занимаешься в свое удовольствие. Каждое занятие с ней было разнообразным. Она подстраивалась под меня, под мои интересы, что мне очень нравилось. Приходя к ней на уроки, я приходил как на встречу с хорошим знакомым и ходил с большим удовольствием. В плане Евгении я могу точно сказать, что, ну, если бы я не попала тогда именно в ее группу, я бы сейчас не была тем, кто я есть. Я могу путешествовать, я могу поехать практически в любую страну и понять людей, могу поговорить с кем-то, у меня много друзей-иностранцев, мне очень нравится то, что я имею. Евгения — это человек, которого не побоишься порекомендовать самым близким, в ком будешь уверен, и кем будешь на самом деле вдохновляться, и встречу с кем будешь вспоминать задолго после встречи с ней, работы с ней. Она помогла мне подготовиться к ОГЭ по английскому и сдать его на отличный балл, на пятерку, чему я ей очень благодарна. Я получила множество незабываемых эмоций от ее уроков, потому что на них невозможно заскучать. Они настолько интересные и увлекательные, что изучение языка становится не рутиной, а приятным занятием. Она дает хорошие знания. И не только базовые вещи, которые нужны при изучении языка, но также полезные знания, которые пригодятся в реальной жизни. Самый значительный и заметный прогресс был именно с Евгением. Она помогает, ну, начать чувствовать язык уже на инстинктивном уровне, а свободно говорить, не задумываясь о том, что и как сказать и так далее. Я действительно очень благодарен ей. И считаю, что это правда, наверное, показательный преподаватель, тот, на которого стоит обратить внимание при выборе репетитора. My dear teacher Evgenia, I thank you thanks for our lessons, for our conversations. And I really glad that you come back to Russia. Thank you.